Число пи – самая известная константа в математическом мире. В математике пи определяется отношением длины окружности круга к его диаметру. Другими словами, пи – число раз диаметра круга равно его периметру. Символ пи используется в математических формулах уже на протяжении 250 лет. Мы никогда не сможем с точностью измерить окружность или площадь круга, так как не знаем полное значение числа пи. Данное магическое число является иррациональным, то есть его цифры вечно меняются в случайной последовательности. Число пи по-прежнему приносит пользу с практической точки зрения, хотя сейчас его культурная ценность куда выше научной. Инженеры и ученые используют число пи для широкого круга целей и задач, включая расчет траектории полета. Поскольку летательные аппараты двигаются по дуге окружности и обработку аудиоданных, где пи задействуют для вычисления синусоиды. Для подобных расчетов с головы хватает 15-значной точности. В то же время в наши дни с помощью компьютеров число пи можно вычислить с точностью до триллионов знаков. Впрочем, это представляет скорее технический, чем научный интерес, поскольку никакой практической пользы такая точность не несет. Лучше всего понять бесполезность всех этих триллионов знаков после запятой поможет тот факт, что для вычисления длины окружности Вселенной с точностью до толщины атома водорода необходимо всего 39-значное число пи. Число пи имеет собственную словесную форму – пилиш. В пилиш, который по сути является мнемоническим приемом для запоминания математической константы количества букв каждого слова, соответствует каждой последующей цифре числа пи. Этот метод накладывает весьма жесткие рамки, так что едва ли его можно назвать подходящим для больших текстов. Тем не менее, в 1996 году Майкл Китт даже издал книгу, в которой 10 тысяч слов и все соответствуют цифрам числа пи. Рекорд запоминания числа пи принадлежит японскому пенсионеру Акира Харагучи. Он сумел назвать более 100 тысяч знаков после запятой. Для этого ему понадобилось более 16 часов. Харагучи утверждает, что его персональный рекорд составляет 11 700 цифр после запятой.